Я хотела бы вам показать результаты буквально за один день в марафоне. Вот так выглядит наша закрытая группа, в которой наши наставники Борис Маркелов и Ирина Агапова-Маркелова дают нам задания, благодаря которым мы прокачиваем свои страницы в соцсетях. Приветствую вас, друзья! Здравствуйте! С вами Борис Маркелов и Ирина Маркелова-Агапова. На этой неделе мы проводили пятидневный марафон «Всем миром». Хэштег у нас так и стоял — «Марафон всем миром». И для чего он был нам нужен? Цель марафона была такая. Нужно было прокачать свое бизнес-предложение в социальных сетях. У нас было 19 участников, и почти все пришли к финалу. Расскажи дальше, что было. В итоге марафона люди получили свой целевой трафик, трафик, который шел непосредственно из соцсетей, без использования спама, без использования каких-то роботов. Люди получали именно тот живой целевой трафик, который нужен вам для продвижения вашего бизнес-предложения, для продвижения вашей страницы, для продвижения вашего канала. Ну, здесь не было определенного направления на какой-либо проект. Здесь было именно продвижение на вашу целевую аудиторию, и чтобы прокачать свою персону в сети интернет. Ну, как-то так. Появляются текстовые отзывы о нашем марафоне, появляются видеоотзывы, что очень приятно. И участники спрашивают, будет ли еще такой марафон. Да, мы с Борисом планируем запустить еще марафон, 10-дневный или 2-недельный, а может быть и на 21 день. Все это у нас в планах есть, и мы это будем осуществлять. Следите за нашими новостями в наших аккаунтах. Мы создадим отдельный блог на наших аккаунтах ВКонтакте с отзывами, с видеоотзывами о нашем марафоне. И до скорых встреч. Участие для участников нашего чата, для нашей команды, будет, цена будет чисто символическая. Мы попозже скажем, сколько это будет стоить. Ну, а для остальных тоже все вполне посильная плата. Инвестировать нужно свои мозги и не жалеть на это деньги. Всем пока!